кто со мной на канале давно, те знают, что я перешла к чугунным сковородкам. Но у меня до сих пор еще остались те старые сковородки с покрытием, которые я покупала ранее. И я их не выбрасываю, пока не умрут. Так вот, выяснилось, что их можно сохранить подольше. Две вещи только категорически нельзя делать со сковородками с покрытиями. Первое. Никогда не мыть в посудомоечной машине. Второе. Никогда не жарить бекон, потому что при обработке бекона, видимо, вкладывает кислоту, именно она и проедает защитный слой. Все остальное можно. Вот такие сковородки с покрытием я нашла, что нужно мыть холодной водой. То есть после того, как вы поели, вы берете холодную воду и щетку, моете щеткой, то есть убираете все остатки пищи. После этого вы берете салфетку, протираете и потом ставите на плиту и прокаливаете. Что происходит? Вы сковородку очищаете от остатков продуктов, но вы не снимаете жирный слой. То есть жирный слой, который был, он остается. После этого, чтобы к этому жирному слою не приклеивались бактерии, вы ставите на газовую плиту или на электрическую и прокаливаете. И тогда сковородка остается вот такая чистая, и защитный слой остается совершенно целый и нетронутый. То есть в следующий раз ничего к нему не приклеится. Попробуйте.